С осени прошлого года в многоквартирном доме на улице Шавра, 26, ведется интенсивная работа по реновации, целью которой является улучшение жилищных условий и утепление фасада и крыши. Данный объект используется для нужд социальной службы, и в перспективе, благодаря ему, самоуправление сможет оказать жителям более широкую поддержку в решении жилищного вопроса. Строители сохраняют хороший темп и уже проделали многие работы по отделке, инсталляции инженерных коммуникаций и отоплению. Основные демонтажные работы давно позади. Начиная от цокольного и заканчивая пятым этажом, заменены радиаторы, проведена вентиляция и электропроводка. Планируется постепенно устанавливать светильники. Отапливаются все части здания, что позволяет работать самыми разными материалами. На нулевом этаже залит пол, сделаны перегородки, продолжается ремонт прачечных и душевых. Подготовлена и шахта лифта. Сам лифт вскоре должны привести, создав условия для перемещения людей с ограниченными возможностями. Во всем здании заменены окна и двери, хотя в некоторых проемах еще используются временные варианты. На верхних этажах серьезную отделку проводят не только в жилых помещениях, но и в будущих комнатах отдыха, кухнях и санитарных узлах. Стелится линолеум, кладется кафельное покрытие, а в подготовленных комнатах красят стены. Всего на объекте задействовано около 50 строителей, которые ведут постепенную отделку от 3 до 5 этажа. На этих этажах создаются более 50 малогабаритных однокомнатных и двухкомнатных квартир, где планируется разместить людей с особыми потребностями, одиноких пенсионеров, семьи с детьми и другие категории жителей. Дом на Шавра 26 утепляется не только со стороны стен, но и сверху, с крыши, таким образом значительно повышая энергоэффективность всего здания. Также постепенно начинается подготовка к благоустройству территории. Здесь расширят пешеходные дорожки и зону у входной двери. Возле дома будут созданы новые клумбы и установлены скамейки для отдыха. Согласно договору, завершить работы планируется к ноябрю этого года. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.